Внимание, большой горы! Вероятность прерывания чистого неба артиллерийским огнем 95%. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like a Game и добро пожаловать на прохождение Fallout New Vegas. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем, сегодня будет квест под названием, то есть добиваем, наверное, точнее сказать, квест X2 странной радиопередачи. Фух. Непростой у нас DLC. Непростые задания. Так. Итак, теперь вспоминать, был ли я тут, не был. Что тут? Что тут? Я запутался по заданиям, во-первых. Что у нас да как? Так, сюда же, так, дайте мне карту местности. Да, сюда. Ага. И... Так, подожди, а что в задании говорится? Заберите на спутниковую тарелку и заберите оттуда антенну X2. Антенну X2? Чего? А какой антенну X2? Подожди. Я так понимаю, вот... Вот так? Правильно? Нет? А вот тут хотя лестница же есть. Так, и контейнеры с камерой. Камеру вырубай. Вот как? Хочешь украсть передающую антенную решетку X2? Ничего у тебя не получится, если мои смертоносные робоскорпионы еще что-то значат. И задание выполнил, ребят. Ой, задание это. Так, а где он? Я так понимаю, снизу, да, он? Ну, ничего страшного. Так, а подсветка включена? Теперь включена. Так, пустой же ящик написано, что... так. От меня не уйдёшь, хост! Зайдём! От меня не уйдёшь! Это ты от меня не уйдёшь, паршивец такой. Тогда, значит, будем браться из... О, господи, я забыл, что взрывается. Тогда будем сегодня браться ещё за один квестик. Ничего страшного. Так, мне надо сейчас завалить их, чтобы мне засчитали. Что против науки? Засчитали мне. Опа. Мастер бластер, ребята, получили. Что против науки? Это. Так, и у нас последний, кстати, уровень остался, ребят, завтра. Ой, завтра, то есть сегодня, ну, получается, 49-й, 50-й, последний у нас уровень. Ага. Так, ядерколы мы употребляем, чтобы подхилиться немножко. А тут поспать нигде, кроватки нету, я бы лег бы и установил бы себе хпшку бы. Туда клей, карель. Так тут же ничего нет, да? Жалко, автоматы тоже не устанавливаются. Так, а каким мы квестом с вами возьмемся, ребят? Сделал это. Базовый тест проникновения. Достаньте важный документ. А это куда нам нужно? А это нам нужно. Следский центр корпуса. А, квест, получается, сделаем это по-тихому. Ну как по-тихому? Лоботомиту удалось добыть две! Сосчитайте! Две! Пришелец, верни то, что ты украл в X2! Тихо. Я убегу от них, не буду сражаться. Это ж миллиард времени. Что у нас тут такое? Отвалите от меня!
Вонючая радиация. Могу я? О, могу. Так, постой. Могу ТПшно, это значит это. Там есть, я нашел. Ага, X-13. Кроватки нигде нет? Не, нету. Так, тут же не могу, да? Нет. Ага. Не могу поспать, жалко. Правильно, сюда же, да, при... Где у нас? Главное по карте сверяться. Ага, сюда. Так, безопасность. Блин! Но вот это фейл. Или я могу войти? А, могу войти. Мы же уже открывали. Я думаю, костюм просто у меня находится. Я живу. Так, давай сейчас прощелкаю тут все. Угу. Я бы кроватку бы найти какой-нибудь, я бы... Тут переспал бы. Так, а что, может сразу вниз прыгнуть? Вот так. Выбор испытания. Начать основные проникновения. Так, завершите базовый тест проникновения. Микробатареи, ого. Батарейки. Так, пусто. Подожди, а это у нас заколка. Заколка, милый мой, заколка. Все, я понял. Нам нельзя попадаться. А где отключить? Давайте смотреть. У меня-то сохранялка есть, а у них нету сохранялки. Правда, придется по 10, ребят, раз загружаться. Простите меня, бога ради. Так. Сохраняться, загружаться придется по 10 раз. Так, откуда это нам не нужно, не нужно? Чудовищный этот. Кто меня увидел? Все, я понял. Туда нам нельзя, короче, я понял. А кто меня увидел? А, ты меня увидел. Угу. Так, стойте. Ну, давай, иди вперед еще. Ну, садись на картаны, мужчина. Ага. А как ее тогда выносить мне? Кулаком, типа?
Вот так вот, да? Ну пока да, вроде бы. Он на меня едет. Осторожно. Ну, пропадай, осторожность. Ага. Всё, мы ушатали его. За эту вроде бы доверю. Так. У вас в жизни было помещено в сейф для возражений прямо за тестовый термин. Примите наше завершение. Схема стелс-костюма была загружена в его центр. Делаем это. Опа! X-13 взломан? Нет, даже эта стелс-броня не спасет тебя от моей армии робо-скорпионов. Жальте чужака, дети мои! Зажальте его того дури! Так, дайте я сейчас быстренько прочитаю, выберу. Короче, ребят, ну я прям сразу наткнулся на один интересный. И я думаю, в этом мире, где мы сейчас в DLC находимся, это самое, в принципе, полезное будет, да? Вы хорошо изучили роботов, и вам стало проще выводить из их строя, разбирая на запчасти. Шанс критического попадания по роботам увеличится на 25. А из их уничтоженных роботов вы начали извлекать более полезные вещи, да? Можно, конечно, карму скинуть, ну и все. Это последний, кстати, уровень, до которого мы дошли, больше мы не сможем качаться с вами. Добавлю задание с тур старого мира. Ага, так, подожди. Что мы еще тут можем? Боеприпасами. Так. Задание Блю старого мира. Вернитесь в мозговой центр. Так, подожди, дополнительно изучить все тесты комплекса X-13. Для роботов помощник стока. Вор, нет, это не то. Так, еще раз сохраняемся. Тебе точно бы... Глаз Мёбиуса видит тебя. Тихо-тихо, мужчина мужицкий. А ты чё у меня тормоз? Начать расширенное испытание проникновения. А, вот это вроде бы. Продвинутый тест. Чё тормоз меня даже? Я так понимаю, нам нужно сейчас... Сейчас перезарядюсь сразу. Ага. На картаны. Ну, садись на картаны. Сохраняемся. Угу. Уж эти... А я теперь не могу, что ли, ее взломать? Я хотел сломать замок. Ладно, старенький по-ручному. Такой же, да, вроде бы, по ним проходит. Или нет, или побольше. Вперед!
вперед, раз мой! Ужасно готовы! Куда? А куда ты побежал? Кто мне еще до... Что лагерная, ты че? Ёб моих робоскорпионов, значит? Я тебя вижу! Как мне надоели все эти нарушения? Как мне надоели эти маленькие скрип... Так, это нет смысла от этого скрипного. Тихо-тихо, угомонись. Эврика! Это мы возьмем, это тоже возьмем. Стой. Я тебе. И ядерной батареи не будем. Это возьмем, сенсорный модуль возьмем. Так, ты сзади, да, получается? Теперь я тебя вы, появляетесь? Большой. Так, энергетический сенсорный модуль. Воды. Продолжай патрулирование, робоскорпион. Угу. Я так понимаю, нам просто не... Блин, ну что ж ты, фраер. Так, дайте мне понять. Я понимаю, что я соединять не... дотрагиваться не должен, да? А, так, сенсорный модуль. Воды. Ой. Ядерной батареи нет. Этого есть. Мы их взламывать можем? Безредний ретор лазерного луча. Угу. Блин, испугал ты меня. Да блин, не перезарядить, убрать хотел. Яблоки мы возьмем с вами. Яблоки на снегу. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, стой, крышка была. Нет смысла, да, прям все обезвреживать, потому что опыт мы уже не получаем с вами из этого. Угу. Слушай, я хотел бы посмотреть, если я задену. Я так понимаю, сейчас сохранились. Тест провален, ага. Ну вот да. Я вот этого хотел посмотреть, что. Не настроить. А, вон чё. Так, чё, есть холодильник? У нас поесть что-нибудь. Грязная вода, водку не будем брать. Собачатина, но это же рай, да. Рай не будем брать. Так, а в печи что за пальник? И шашлык из белки есть, теоретика. Обратите внимание. Уж нам бы еще найти, знаете, чтобы... Нам бы с вами найти бы ремонтный стол, где бы я бы смог... Что? Блин, как я сломал сейчас? Вот это, кстати, нехорошо. Это нехорошо. Ну? Чё, блин, что-то я подобрал не то. Кстати, смотрите. Лут-то сейчас-то этот. Из печи другой сейчас. Я обыскал, представляете, сейчас был лут другой.
Так, перенастроить, если это, я понимаю, враги мои будут наступать. Ах, хотя... Я же опыт сил не получаю. Так, стой. Чё, серьезно? Взломал? Сломал? 85%. Перенастроить. Нет смысла, короче, все перенастраивать. Я не знаю, зачем я это делаю. Что опыт все. Я хотел бы найти этот ремонтный верстак. А его тут нет, да? Нету, да. Тут нигде нету. Угу. Может, дальше там будет? Нет, не ремонт, нет, это обычный. Так, я так понимаю, тут просто перепрыгнуть нам нужно. В основном же не было помещено сейф. Ага. Тест продвинутый. Выполнен, да? Угу. Так, подожди. А чё, там еще один шельтест? Выберите испытание. Какое еще? Начать испытание проникновения. Ага. Блин, а чё там было написано? Надо было прочитать. Для этого теста вы должны украсть документы из администрации сталкерского офиса. Не будучи обнаруженным, патрулированным работой лазерной растяжкой. А, ну это как бы... Низи, но... Как бы башбужда. Как я сохранился, да? Чё? А где бомба? А вы видите? Нет, это пепельница же. А где бомба? Где бомба? Это же пепельница, да, пепельница? Я не понимаю, где бомба тут. Он пикает. Так, ладно, давай взорвемся. Я склинился. Ты справа вызов. А где? Чё? Это даже не бомба. Я просто не понимаю, откуда меня светят. Откуда меня заметили? Надо вот это выключить, фигню. Она же тоже... Так, а вы мертвые? Иди, да. Подожди. Я не понимаю просто, откуда меня это светит. Но ты меня не должна же, чувак. Ну-ка дайте пистолетик обычный. Нет, не лазером где он. Какой-нибудь пистолетик дай. Нет. О. Нет? Да нет он.
А, сенсорная бомба была там. Вон чё. Разняемся. Здесь было помещено. Дальний, ну пойдем возьмем. Я так реально не понял, где тут замочный мастер. Так, подожди, а еще есть тест какой-то? Это испытание. Для этого теста вам необходимо отключить активных роботов и не быть обнаруженными. Нам нужно открыть костюм. Их отключить все роботы, не выдавая провал обнаружения. Нет. У тебя точно было что-то на сканере? Блин, вот эту надо штуку где-то найти тут. Где она? Не, не она, это пепельница. Может он подсказал. А, вот он, нет? Не-не-не-не-нет. Подожди, я его должен найти. Где-то эта пикалка тут. Я ее не вижу. Так, подожди. Может, он за стенкой вообще находится? Так, подожди, вот это. Не-не-не, подожди. Это выключить. Он в мою сторону, да? А выключить как? К нему подойти? Так, разворачивайся. Ага, смотри. Одну мы выключили. Включить, выключили. И где-то последний там находится. Так. Ага, включить. Тихо, тихо, тихо. Ага, завершено. Проект X13. Так, боевой китайский спецназ. Это, кстати, можно изучить. Мне что-то дадут. Так, помощь, да, надо? Это... Не смотрим, где это боевой китайский спецназ у нас. Скрытность, я так понимаю. Повысить... А, на троечку, да? И все, остальные это у нас дают временные. Угу. И, кстати, надо скинуть. А, так, подожди, а выход? Глаз
ты что, промахивайся. Пошел прочь, паршивец. Так, что мы еще можем тут с вами? Блистаруми, оказываем влияние, найдите улучшение для роба. Это куда нам? Ага. Ага. Ну это мы на завтра, кстати, два квеста тогда оставим. И вот этот я, наверное, сбегаю. Сейчас нет смысла, уже 30 минут. И Блистаруми на завтра я ставлю. Ребята, ритуальчик, знаете, лайк, подписка и комментарий. С меня видосик не болеть, не чихать. Всем хорошего настроения. С вами был Like of Game на протяжении многих лет. Fallout New Vegas. Что-то у меня заплелся язык под конец. Ну ладно. New Vegas, да, все правильно. Был на связи. И увидимся с вами уже завтра. Всем пока, ребята.